Так, всем привет. Свободный стрим, хоккей от Технос. Ждем возможную тусовку. Ё-моё-то. А, вот. Так, отлично. Сейчас посмотрим. Ситуация какая у нас там? Так, ну пока никакой ситуации, нулевая. Так, ну если некому смотреть, то есть то и особо показывать особо нет смысла. Поэтому фактически first run сейчас будет. Прохождение игры от Технос, хоккей, кейке. Ну или не прохождение. Уже две команды практически пройдены, сыграны. Это высшая школа и самурай. Игрок их как хоккеист не ахти. Ну просто интересно, просто поиграть. Так. Ну и возможность пообщаться есть такая свободная, если у кого-то есть какие-то вопросы, по возможности буду отвечать. Так, чатик. Так, все. Так, кроме того, тут со мной небольшая компания небольших любители этой игры, может быть, они мне будут по ходу дела подсказывать. Либо тупо молчать. Так. Ну и по ходу их будут представлять. Так, ну что, третий период против самураев. Да иди ты. Ой, как же я буду на публику-то играть? О, отлично, поймал. Я как-то волнуюсь, знаете ли. Ах ты, да иди ты нафиг. Блин, еще и... Да иди ты нафиг! Да
Так, что-то вообще. Ладно, с острова угла. Я же знаю, что такие залетают. Ну, 8-3 все-таки. Оторвался. О, разозлился. Ну что, еще один такой попробовать. И ох, как еле-еле прямо... Прям прошиб между глаз ему. Нормально, чё. Ух ты, ух ты, ух ты, шайба у меня. Так. Там мне в чат пишут, в Raid Call надо почитать. Или не мне, или просто пишут. Так, сейчас тогда я отвлекусь на него. Так, о, привет. Привет. Пишет иероглифами. Больше ничего. Так, ну окей. Тогда продолжим веселье. Да иди нафиг, я тебе говорю, цыц, я говорю, тихо. Да иди ты. На нахрен. Ага, вот, Хуба в чат написал. Привет, Хуба. Теперь поподробнее, что за хак, что в нем, а то я прослушал. Да обычный русский перевод. А перевод это уже хак. Так, давайте тогда чат я покажу. Вот. И продолжим веселье. 100% ромхак написано. Да иди ты, пьеха. Блин, я не знаю, как их догнать. Там у них какое-то ускорение, наверное, есть, про которое я не знаю. Ну, ах, супер, не получилось. Это ужас. Да блин. Да иди ты вверх. Зараза. Наглая тварь. Вот такой вот гол. Ну, с острова угла я помню такое. Ну, еще разик попробуем. А, нет. Не все так просто. Иди нахрен, я тебе говорю. 11-3. Ну, в принципе, нормально. Для моего уровня. Газета. Так, видимо, Рок выпустил. Победила команда Рика. О, отлично, отлично. Так, пароль надо записать себе. Причем газета называется «Советский спорт». А следующая команда — «Доджеры». Посоревнуемся. В какую игру? Окей. Короткий вопрос, короткий ответ. Так, кем же? Наверное, самураев стоит выбрать. Тут показатели есть, что у самураев-то они покруче выходят. Ладно. Но у них супера нет. Совершенно не знаю, кого ставить куда. Да бери ты... Попробовать супер сделать. А, не так, не так. Попробовал, блин. Ну, сделали в итоге они. Да японский ты... Я забыл, как... А, вот как делать. Нахрен, по-канадски сейчас закинем. В зону. Так, ну и чё за...
Ого, это что за хрень получилась? Что за? Что это такое? Я не знаю даже. Что это за супер такой интересный? А это гол. Да, конечно, не все так просто. Могу и так попробовать. Супер. Да еще разик. Ах ты гад! Так тебе такой вот с острова. Как он ловко перепрыгнул. Так ты гад. Ай, это плохо. Да, супер, да не тот. Да, они не дадут сделать. Вот такой вот. Так, ну это я уже понял. Ты про что задрал, бегай? Ты о чем вообще? Куда бегать? Как бегать? Я не умею бегать. Привет, Туня. Я умею только скользить. Да блинство. А, два раза в сторону. Так. Ну, как-то так вот, наверное. Ух ты! А, вот он когда бегает, то он его как бы это заносит. Да, я с компом играю. Так, ну я не знаю кого. Да похрену вообще. Просто я не могу отличить бег от обычного. А вот и гол пропустил. Отлично. Да бегай ты. А, вот оторвался, понял. А я думаю, почему у меня вперед-вперед, вверх-вверх не срабатывает? На нахрен. Ну и куда этот пас? В никуда. Это что, я сам себя, что ли, этой волной? На ноги смотреть. Понял. Да иди ты нахрен. Сейчас еще и забьют, козлы. Да блинство. Я тебя сейчас...
Это оккупировали, просто... Просто оккупировали. Да иди нахрен, я тебе сказал, циц. Да они ведь забьют в итоге-то. Я тебе говорю... Не, это хрень. На нахрен. Да ну нахрен, выбить. А, вот слишком острый угол. Хе-хе-хе. Ну это халява. Ага. Так, второй тайм 5-1. Ну, в принципе... В принципе, так-то вот. Какая музыка. Так, что у нас там со зрителями, интересно? Пока перерыв в игре, но не в стриме. Да, привет, юзер. Давненько вас не видно, не было. Думал, померли. Ну вот поэтому я и решил такой внеплановый стрим сделать. Потому что плановых стримов у нас в ближайшем не предвидится. А это такой внеплановый стрим. Просто я пробую свои силы в той игре, в которой я не силен. Это хоккей. Я совершенно не умею играть. Практически вы сейчас First Run видите. Кто-то думал, что спились. Нет. У нас не все такие. Да блин. Да блин, да иди ты. Я тебе дам сейчас. Так, какая кнопка? Вот эта. А-а-а, пропустил, но я в шоке. Такая хрень. Тик-тик-тик-тик-тик, иди ты. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, если у кого вопросы какие-то есть, задавайте. Да блин. У меня вопрос, как я пропустил так? Так, а с этого угла не получается. Да блин. Блин. Фигня из-под ногтей. На Твиче
просто редко дают стримить. Или вам просто нечего стримить. Ну, в принципе, материал-то есть для стрима. Скорее, не с кем. Одному у меня нет желания стримить. И поэтому я решил немного другой деятельностью заняться. Ну, во-первых, своей основной профессией, ромхакингом. А во-вторых, я уже сделал два небольших видеообзора на Ютубе. Называется «Вспомнить все». На Ютубе можете посмотреть. Но пока не знаю, буду ли я продолжать это делать. Посмотрим. Ой, пиздит. Время покажет. Ой, пиздит. Чё-то Хуба нарисовался. Какой же... Не, ну я поел просто. А, ты поел? Да. Нифига себе, ты... Ты эффектно вышел. Ты эффектно вышел. С таким... С таким этим... Началом вообще. Да, ну вы знаете, я думаю... Ссылку на YouTube вам не надо давать. Липец, к тебе одному не скучно? Да я же только что сказал, что мне как бы... одному не очень интересно. Ну так в чем проблема? Берешь на 2 минуты буквально. Каких 2 минуты? Да тут займет времени-то. На 2 минуты кого? Кого-то на прокат? В чем проблема? Берешь, дропаешь, я захожу, набираешь пароль на двоих, на это, ставишь на двоих, и все, какие проблемы? Так, ну давайте попробуем. Ты на ворота хочешь? Ну мне в принципе пофигу, но тебе интереснее будет в поле. Давай. Давай попробуем. Ну ты же знаешь. Ты же понимаешь, что тебе на воротах будет неинтересно. Да. Нет, мне будет вообще интересно, если кто-то будет подсказывать. Так, ну сетевая игра, тут лагов-то побольше-то будет. Да, по бокам. 49-94. Мишки. Мишки, ну, и плюшевые мишки. Сейчас я над какую-нибудь... Какую-нибудь... Пока музыку включить, а у меня тут ничего не подготовлено. Да тут 30 секунд, можешь ничего не включать. Пересоздаю все. Что тут думать? Сейчас включу. Случайная вот музыка. Я... так, сейчас я создать должен. О! Копировать. Так, что у меня тут с пингвинами всякие пожарные. Кейки. Моя профилактика. О, профилактика вроде бы нормально. Я уже создал. А я уже зашел. А ты уже... Ну ты на рашку зашел. Или ты в игру зашел? Я уже на рашке, я уже у тебя. А я тебе что-то вижу? А, вот. Я есть, нету? Так, сейчас должен быть. Да, ты есть. Так, ну хорошо. Такая светлая тема. Ну чё, пускаешь что-нибудь, да? Да. Да, пускаю мыльные пузыри из ноздри. Так, ставочка. Сейчас мне будут тут пизды давать. Так, пароль. 4, 9, 9. Да, на двоих, супер. Ну чмякай. По P2P у нас айпишник не позволяет. Рик, ты играешь? Ха, Фло, да. И я уверена, что мы победим. К сожалению, у нас у обоих серые IP.
Мы сидим за над. А так бы, конечно, мы бы дали жару. Куба, ты зачем баб себе выбрал? Я? Мне это как его, кого? А мне пофиг кого. Я сам тут от балды ставлю. Нет, от балды не надо, ты чё? Так, а как? Ну, да а пофигу, просто. Хамачи тоже... Так, а, ты же на воротах, я забыл, блин. Да, да, я уже пас тебе отдал. Отлично, ты же отбил супером супер. Ну да. А, так ты меня сейчас... Это чё за... Чё за чё? Ты ж мне поставил того, у кого супер этот, как его? Да, конечно, дадут они мне. Иди нахрен, эти скарал. Конечно, ладно. Никто не дает. Старый способ. Нет, ага, размечтался. Да, мечтать не вредно. Это и спасает. Да иди ты нафиг, Sailor Moon, блин, матроски. А вот так вот. Бежишь, подбрасываешь, подпрыгиваешь, нажимаешь кнопочку. Да я уж сколько раз так делал. А, бежит? Бежать надо? Да. Ну вот примерно. Ну, да, типа того. Можно, конечно, и ходить, но это еще сложнее. А, то есть супер только при беге, получается, надо делать? Можно при чем хочешь. Хочешь с места. Но это сложнее. Кошмар. Ну как? В принципе, ничего сложного, если ты умеешь это делать при беге. Да, если я бег умею делать, я еще и бег не умею делать. А что тут делать? Нажал два раза в сторону и все, как Battletoads, ты чё? Представь, что это Battletoads. Ну да. Только Battletoads, я к нему как-то привык уже. А к хоккею что-то никак не привыкается. Ну, хотя сейчас как-то еще более-менее вот понял физику. Да иди стрелочка. Это что за хрень? Нормальный супер. Это я сделал. Да, Джо. Мистер Джо. Юзер спрашивает, а чё на Украине интернет такой плохой? Вообще-то ты не попал. Я с России, а Хуба с Белоруссии. То есть как бы... Не знаю тут... Почему ты про Украину тут? Так, надо отойти там оттуда. Ну давай же, пропускай его. Блин. На нахрен тебе. Ох, это жестко. Да кто ж знал-то? Вот теперь я воочию убедился, что женщин нельзя бить. Их можно только. Ну да. Ох, какой. Да иди ты нафиг. Я ускорился, и мне это помогло. Так, тебе мало было. Бей, бей, бей их, бей. Уменьшай количество жизней, ХП. А, это да. Чем меньше ХП, тем меньше они делают, да, супер, блин, тебе. Я... Это тактика Хубы. Да иди ты нафиг, иди ты пьеха, ну, грёбаная. Это нормальная тактика победителя в хоккей. Да, ладно. Так, откуда вы тогда наты нашли? Это что такое? Везде аэродинамика нормальная и внешний. А, неты? Да блин, не знаю, где внешний ты взял интернет. У нас мало у кого вообще есть... из наших знакомых нормальный айпишник. И чем я только не пробовал там делать, и порты открывал, и модем настраивал, я не знаю, почему меня не хочет напрямую коннектить.
не понял я. Не, ну как, можно использовать хамач или тангл, и все будет нормально. Идеально, Хуба забил. Да что ж ты не сработал-то, а? Подбрасывай, держи в какую-нибудь сторону, а потом... О, видал как? Видал, видал. Идешь, подбрасываешь шайбу, подпрыгиваешь, держишь какую-нибудь сторону, нажимаешь Б или А. Ясно? А, держать надо сторону. Ну, да, вот, и, вот и чуть-чуть... Не, чуть позже нажимаешь. Паузу небольшую выдерживаешь. Ну, видишь, не получается. Получится, когда-нибудь получится. Поздно. Потому что подлагивать начало. Поэтому не... Ну я пробую делать. Конечно, пробуй. Может даже без бега делать. А я обычно без бега делаю, хрень. Это эпично просто. На нахрен. Хе-хе-хе. Да иди нахрен. Да. Так, и чё он валяется? Дурак, что ли? Да иди ты. Да они быстрые какие. Так бегай, бегай, быстро все делай, ну. Да блин, это тебе не футбол. Ладно, представь Battletoads и помесь с баскетболом. На баскетболе я быстро, что ли? Ну, иногда ты быстро бегал даже. Я тебе говорю, чит. Нет, тебе надо реально тренироваться на каких-нибудь 75 FPS. Да нифига, на 75, я на 60-то... Это чё за... Не, ну тут 60 местами нету, согласись. Игра как начинает подлагивать, тут 60 и не пахнет. Хотя выдает 60, типа 60. А-а-а. Ну ты ж сам понимаешь, что тут ти... ти да как так-то? Очень точная эмуляция. Да ушел в уж... Нихрена себе амплитуда. Да, это хрень. А скотина. Надо было отбить, наверное. Ну, я же думал, он по низу пойдет. Я поэтому нажал раньше, а он, гад, прыгнул. Ну, извиняюсь. А, он прыгнул? Ну. Я же им проиграю сейчас, а этого не хочется. Ну, стрим короткий чё-то... будет. Чё-то ты проиграешь. Мы проиграем, ты ну, заколебал. Да. Иди забивай. Я не успел сместиться. Да блин, ну это... О, молодец, побежал. И бросай, бросай, бросай. На Б нажми. Вернулся за шайбой, смотри на стрелочку. Персонаж со стрелочкой твой. Да. Да. Это стрелочник, гад. Догнал, блин. Догнал, догнал, догнал. Да чё он не догоняет? Время. Лось. 3-5. Знаешь, кого ставь? Сейчас я тебе скажу, кого. Да, скажу. А, ну, раз ты супер делаешь не очень, значит, тебе надо побыстрее. Мотай этого, ставь. Мо, не мо, а этого другого. Дальше. Скорость. Дальше, дальше, дальше. Вот, этого, Джо, да? Ставь. Да, Джо. Потом Куню. Да, и Алекса. И Джо, мне вот на ворота это... Мо, Мо, очкарика. А угу. Чё у него? Мо, сила, защита. Защита. Да. Защита больше? И силы больше. Ну, почти больше. Главное, защита. А вот и звук. Звук третьего периода. Нет, это проигрыш третьего периода. Да, проигрыш. Если проигрываешь, то будет звук вот такая...
фигня. Ой, идеально. Погнал, погнал, погнал за шайбой. Добить, добить, добить. Бегу, бегу, бегу. Че видишь? Увидел шайбу, нажимаешь на Б, когда бежишь. Или на А. Я не вижу, куда я бегу там. Стрелочка есть, курсор. Видишь, показывает тебя. Побежал, побежал, побежал. В два раза влево. Бегом, бегом. Не бей его. С разворота. Два раза вниз он вниз разворачивается. Два раза вверх он вверх разворачивается. Это я понял, но исполнить не могу. Сила. А, видишь, сила. Да... Ну, но это сильнее просто. Видно кипер. Поэтому пропустил. Привет, амиго. Да иди нафиг. Молодец. Повезло. Повезло. Им повезло. За шайбу, да... за шайбу. Бегом, бегом. Подобрал шайбу и вверх сразу выходит. Да чё, он мне не ускоряется так медленно? Медленно ускоряется, гадство. Рассинхрон между руками и геймпадом. Ну, видимо, видимо. Два раза вверх. Вот когда бежал, он был два раза вверх и сразу на А. И ты его снял быстренько, аккуратненько. Не, не могу пока. Быстрее, учись, быстрее! Да куда? Бей! Бей, 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 бей! Иди нафиг, я тебе говорю цыц! Вниз, 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 бей, 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 за шайбу и бей сразу. Не уводи. Не даст. Ну. Не даст. Блин, Алена, не даст мне! Может, так, это ну Светка счет... была? Откуда ты знаешь? Светка, пипетка. Мы так всех Светок называли во дворе. В основном одни Светки были. Точнее, в основном одна была, но она одна Светка стоила там нескольких. Тебя всю команду полюбили. Да иди. О, идеально. Может быть, хоть ты забьешь. Нет, мимо кассы. Догнал, 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 догнал. С разворота вверх. Ай, да я вообще. Так, о, пошло дело. Не, не пошло ни хрена. Не, их трое, я один. Вообще охренели. Ох, слава богу. Их меньше. Так, это... Это девку удалили? Да. Светку, хочешь, видимо. Хочешь забить, выруби всех и сделай супер. Угу. Да, ну блин, время-то... Ближе под... Вот. Сейчас. Ну! Не успеет. Не успеет. Да блин, да не успею я. Представь, что это Battletoads. Так Battletoads, там одна жаба, так тут этих жаб, блин. Жабомет ты наш. Первый раз вижу, когда они падают. Попробуй снова. Да, нет. Так попробуем. Так. Скорость побольше. Да. Вот так вот, да? Угу. Вернулся, вернулся, вернулся. А вот стрелка отличается, когда ты бежишь и когда ты просто ходишь. Нет. А вот это плохо, потому что мне трудно понять. Ты ж по ногам видишь. Что, не видишь, что он ногами быстрее перебирает? Так а если он за экраном? Да нажми несколько раз, два раза вперед и там, или влево, вправо, все равно побежит. Ну. Ох, у меня начал вниз-вниз срабатывать. Бегом, 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 бег, не бей, не бей с дальней дистанции. Ну, зачем? Для меня сейчас это
лучший вариант, по-моему. И мне на скорости делают. Разогнался, нажал А. И вертушка ее снял. Не останавливайся, ты перед ней. Нажимай просто на А, когда бежишь. И все, если хочешь кого-то снять. Ну, я так и делаю вроде. Не, у тебя получается, как остановился, потом только бьет просто битой. А, не останавливаться. Ну конечно, так не а надо останавливать. А как я их контролировать-то буду, если не останавливаться? А вот попробуй. Если тебе надо снять противника с шайбы, который бежит, разгоняешься и на А нажимаешь, и все. Он вертушку делает с этим, с клюшкой, и все. Бей! Не забил. Бей, 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 не думай, бей сразу. Да хочешь сдалека не бить. Ну правильно, ты же далека не был, ну. Ты ж уже близко. Ты ж бил там со своей зоны. Вернуться добить. Бей. Во, ты видишь как? Можно так забивать? Ну да, я видел. Гол! Первый гол. Надо хотя бы 3 гола забить, чтобы был гол 3. Хрена, двоих. Вот стерва. Вот это плохо. А не, нормально. Ну кто ж тебе даст? Надо было пасовать тогда вперед. Ах ты гада. Идеально. Точно. Миу, 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 миу. Классный супер. Офигенный супер. Я его пчелкой называю. Шмель. Если бы еще на него можно было звук поменять, именно на этот супер, чтоб он там. А еще лучше шайбу переделать в пчелу или шмеля, было бы офигенно. Вот какой там айс-хоккей, по-моему, есть. Вот там мне напоминают шмелей игроки. Да где я-то? Я ж уже... Да блин, нифига себе, она на меня напрыгнула. Ну да. Во. И еще один шмель. Ну. Так, ну так у нас хотя бы есть шанс выиграть. Да иди ты нафиг! Дохлик Джо. Да вот все. Дохлый Джо. Ну вот гол 3. 3-0. Ля-л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 я. Фу. А че? Ой, надо было заменить ведь. Да ладно. Главное, да ладно. Мо на воротах. Бей ее, пока она валяется, ты больше у нее жизни отнимаешь. А еще если клюшкой шмякнешь, это на Б, когда нажимаешь. Иди ты нафиг! Да и ужас какой-то. Вломили. Побежал. О, отлично. Нет, плохо. Лак помог. Ох, я вас сейчас всех. Да. Можешь убить их вообще. Да. Да. Так валяется. Ты забивать думаешь? Нет. Я их хочу убить. Куда? Ты куда? Девочка, луна, блин.
Блин, чуть-чуть. Ну ты почти ее догнал, да. Нормально. По-моему, 3 из 4 ты забил. Да. Да блин, что ж ты прокосил? А вот простой. Распечатали ворота. Да ладно. Да нифига себе. Машет ручкой своей. Это ж тебе не НКД, ты чё? Стоит ручкой, кулаком ей машет по лицу. Кто ж женщину-то по лицу бьет, девушку? Да, по лицу нет. Да еще и тройным кулака. Вот по попке-то можно, а по лицу не... никогда. Тогда тебе... Тогда битой только если. Бейсбольный. Ну, конечно, взял и забил. Да как так? Ни хрена себе! Она выделывается. Би-би-би-би-би. О! Видал, нормально, да. Потому что сильнее кипера. И пропустит. Нормально. Прямо между ног. Пропустила шайбу между ног. Как такое возможно? О, кого-то вырубили. Да, он теперь только может... Только и может. Зато добрее стал, добрее. Да добрее он злой какой-то был, а теперь добрее стал. О, какой мощный-то. И ты глянь, кому-то попало, кому-то досталось. Да, кому-то попало. Да, блин, особенно тебе. Я тебе сейчас дам бросить! Почти сравняли. Да. Так. Мне надо поскоростнее. Вот это. Джо, не Джо, это мо мне, мо. Хотя можно и того, пофигу. Блин, зараза. Уби, ее догнал и убил. С двух сторон тебе нафиг, сверху и снизу. Да, в две клюшки ее. Эй, да чё он не спустился раньше, гад? Лаги, видимо. Да блин, чё они тусуют у моих ворот, заколебали. Ну и чё он стрелку не показывает? Да, сейчас, конечно, дальше забить. Ну а как? Выруби всех, называют. Догнал, убил. Да не догоняются эти. Нет. Да, зверский. Зверский замучен, хуба одесский. Потому что бил конем. О, как идеально вообще. Да. Я ждал, когда он прыгнет, не прыгнет, чтобы, если что, отбить.
Бломс. Ну, они обманули меня, обманщицы. Две клюшечки. Ну как так можно? Твою мать! О, вот это ты классно сделал. Ну, случайно. Вот. Случайно, да. Но и такой хитрый прием есть с разворота. Во, вот так вот их в основном и вырубает. Да блин. Мог бы залить, ну ладно. Развернулись. Мог бы за ляжку бы схватить, но никак. Ты хотел кипера убить? Как минимум. Побежал, 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 но не даст же. Нормально. Да ушла в ужасе, блин, развернулась. Крутится. Крутится на А. Это ужас просто. Отлично. Ты видел, как я отбил? Сначала да. Хотел поймать, от меня отлетел, я еще потом добавил клюшечкой. Ой, биточкой. Ну да, если бы другая команда, то это было бы... 63-42, Шевелс проиграли. Е-е-е. Пошли вон, да. Девчонки. Сходите за кофем. Офигенный ролик, да? Мы победит Тини. Во, мое имя, что за хрень? Блин, я бы хотел посмотреть оригинальный перевод, а не этот бредятина. Ну да. Это есть такое. Надо попросить инкогнито перевести. Если честно, даже никакого желания нет вообще к нему обращаться по какому-либо поводу. Потому что у него что не спросить, что не обратись, будет как? Ты неправильно перевел. У тебя недостоверная информация. И по... дальше по тексту. Понятно. Но. Чё, за ну, них? Не, зачем? Или не, подожди, что у нас там? Да пофиг за кого им. Хоть за самураев. Ну что у них? Видишь, защита... Нет, подожди, у кого там защита посильнее? А пофиг кого там. А у этих 63 нормально. Бери этих. Хотя как-то это по-гейски, согласись. Пацаны в девчачьей форме. Я, кстати, сейчас на это... тестирую кольеру. Жгунишка подкинул. А, чё, другая, что ли, кольера? Угу. Ой, бортики. Да. О, да, мы играем уже. Вынос тела. Подобрал. Нормально. Ну теперь тебе только забивать. Забил. Забил. Круто. Идеально вообще, такой фейл. Да. Да вообще. Бот ошибся. Догнать. Да не в ворота, куда ты пас даешь? Вот и исправился. Да, нельзя так с женщинами. Нельзя. Пошел вам. Рики выгнали.
сидеть. Вот нафиг ты на бота ехал, ну он тебя вырубил бы и все. Подбрасывай, подпрыгивай и бэжми. Вот что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты хоть тренируйся иногда, но у тебя же была возможность спокойно все попробовать. Нет, ты... Ну да, я забыл просто. Увлекся. Я вообще легко увлекаюсь, и поэтому... О, какое... Какое наглое коварство. Какое наглое. Да иди ты пьеха. Дай, пускай... Вот что ты дебил? Зачем ты пас отдал? Ну, это так получилось. Я... Потому что... Значит, получишь сейчас по роже. Так, что я хотел? А, подкинуть. Ну, да, да. Видишь, пока соображал. Быстрее соображай. Быстрее, да. И все. Вот, нормально. Все нормально было, только ты не успел. Навес. Нет, навеса не будет. Да я тебя... Ха-ха-ха, гол. Не успел. Да. И улетел. Ой, не туда, не туда и не туды. Беги, 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 мой сладенький. Бей, бей сразу. Да бей. Нормально, нормально, только не получилось. Пускай выкинет, дай спокойно ему выкинуть. Я че? Нанизал на вертел, блин. Глаза на выкинет такие. Да где я-то вообще? Вон. Это так получается. Слишком уж все происходит стремительно. Вломили. Догнал. Да я вот жму, и он не догоняет. Ты ж змей как батлтос, а не как в футболе. Как батлтос, а не как в футболе, а в чем разница? А, что один раз. Нажал два раза влево, он побежал. Если не уверен, еще раз нажми. Ла-л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 а. Ой, не того, не того. Да пофиг кого. Ладно. Шайба, 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 шайба. Но сначала всех вырубить, потом шайба. Убивай, да забивай здесь. Грёбаный чихпых ты. Убивай, забивай. Убивай, значит. Нормально. Помог. А это что за хрень? Сам себе забил, ну. Точно так же, как ты себе. Ни хрена их выносит. Да иди ты. Опять 25. Бей, бей их, бей, молодец. Теперь да. Возьми, сделай супер. Я забыл. Для того, чтобы делать супер там по диагонали, еще как-то тебе опыта надо больше. А тебе простой по прямой делать. Да, нормально, нормально, нормально. Только надо было сжать в сторону или вниз, или вверх. Ну, какую куда-нибудь. Можешь сжать лучше. Не влево-вправо, а именно вниз-вверх. Ну да, ну лучше. Напоминает фу-
футбол первый. Я вообще жму вниз и назад. Да блин, почему это не я? Эй, гады пасовались. Да. Вообще супер же получился. И опять. Так, а где шайба? А, вот она. Да что ж ты не забиваешь, да? Гнида паршивая. Добивать надо. Добить, добить к шайбе и сразу на удар жать бы. Да почему? Кто тебя там? Вырубили, чё? Так блин, ладно, дали бы хоть пробить. Ян. О, видишь, как выглядит Ян, а в футболе он похож на Рики. Это Ян? Удалили ж Яна. Видишь, видел, там написано было, кого удалили? Яна. Во, ну, вот нормально. Это максимум, почти. Что я могу сделать. И так нормально, нормально. 9 из 10 раз получается, вот так. Ничего вот. Страшного. Когда-нибудь получится. Тут надо прочувствовать. Да блин. Да. Так, о, нормально. Улетел с батута. Да, без суперов хрен проживешь. Так, что у нас там со зрителями? Да боты одни сидят. Да, боты что-то... Никто ничего не пишет, сейчас я проверю. Вроде 5 человек, но это... В принципе, неплохо. А там черт его знает. Так. Ну тогда продолжим. Так. Где? Скорость. Да, выбор небольшой. И опять. Да иди ты нафиг! Бей его. Потому что он слабее, поэтому ты не можешь его вырубить сразу. Ну, позже вот, чуть-чуть. Ну ладно, нормально. Так а позже у меня там сшибал скотина. Да. Он хотел тебе типа, показать, как я бью, блин. Дебил. Да вырубите вы его. Вот, блин, вот ты видел, что он к тебе подъезжает. Зачем ты? Че ты его не вырубил сразу? Надо было вырубить, потом шайбу брать. Потому что я не встал на нужную блин, позицию. Ух ты, идеально. Ну пропусти. Чё за хрень? От бафта. Ну да, дай твою налево. Бегом. Я бегу, а он не прибегает, скотина, заразная. Плохо жмёшь. Да, плохо. Уж если бы хорошо бы жал. Так, добил. Ещё раз, нормально. Какой замес, видал, ему? Да как ж так-то? Отдай шайбу. Зараза. Бодливая. Ты бля. Что ты уже засыпаешь? Ну конечно, засыпаешь. Чего?
Дальше будет еще веселее. Если, конечно, забьешь. Я сомневаюсь, что я что-то забью. Подстроиться мне сложно все-таки. Ничего тут сложного нет. Баскетбол сложнее намного, ты чё? Он быстрее. Ты меня прям это... обрадовал, что баскетбол сложнее. Как будто я мастер баскетбола. Да иди ты... Ну, слишком... Да иди ты... Вот тут, кстати, ж можно эти, супер делать спасы. То есть пасуешь кому-нибудь, а потом жмешь Б в нужный момент. Ну, тому, кому пасуешь, он делает супер. Все бы хоть возьми. Бей. Да что за хрень? Во, ты еще и выбросил. Ух ты, ёба. Да. А, все. Кошмар. Так, а тем временем у меня полоса там была, а я и не знал. Ну ладно. Что, еще попробуем? Мое имя не Т. Упс. Что за хрень? Интересно, команда Swap прокатит, нет? Какая? Swap. Обмен позициями. Ну, обмен этим управлением. Или будет The Thing? Ты чё, себя вообще... что ли поставил? Нет, так да ты ж хост, ты вводишь да. команду. Иди ты нафиг, я тебе говорю. Можно, конечно, было попробовать, но ладно. Да блин. Правильно. Вон нафиг. Опять Рики, что ли, удалили? Или я? Да. Это Бо. Почему-то они его позвали Бо. Хотя это был и есть всегда Рики с этой рожей. Все. Бей, все. Бей, бей, бей. Это он бежит, да? Да. Ну тоже нормально. Сильный удар. Догнал, догнал, догнал. Вот, видишь как? Вертушку. Да блин, куни у меня. Ну есть такая черта. Вот вроде показывает, понимаешь, это. То есть, как они заявили, точно стимуляции. Вот она тебе эмулирует точно. Где-то под лаги, где-то еще что-то. Хотя показывает стабильный 60 FPS. 59-61 вот скачет. Я получил фашист. Кто бы ты на стопе разогнал, а? Или вырубил эту точную эмуляцию? Было бы офигенно. Да блин, спускайся, почему он не спускается? Зараза. Опс, не получилось, ну ладно. Один ноль. Ноль один. Клюшкой, клюшкой, не Б, а клюву. Ну, типа того. Вау, халява прокатила. Да. Удалили все-таки. Опять же этого Рики.
Обломс. Ох, как это жестко. Жесточайший, я бы даже сказал. А вот он побежал, побежал, побежал. Бить, 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 еще раз бить. Вот, вот, скоро начнет улучшаться, видишь? Ты уже начинаешь это делать. То есть выбираешь момент, чтобы правильно подпрыгнуть. Да, да, да. Бей, бей, сразу бей. Видишь, он меня не подстраивается под позицию, зараза. Получи по яйцам. Так можно ж не Б бить, а можно А надо было нажать. Когда в воздухе, он будет бить клюшкой на А, а не посылать. Ну. Когда в воздухе, он будет... А, там две кнопки когда одинаковые. Когда шайба в воздухе, можно нажимать не Б бить, а на А. Он будет клюшкой бить. Понял? Угу. Не обязательно Б, когда шайба в воздухе. Когда у тебя шайба, он пасует, да, на А нажимаешь, он будет пасовать. А когда шайба в воздухе, он бьет клюшку. Все ясно? Да, только я об этом во время матча-то... Ничего страшного. Когда в воздухе, то любая кнопка. Угу. Когда шайба в воздухе, да. Вот, вот, вот. Да блин. Ну вот тебя... я не могу вверх. Чем? Меня... У тебя это Джо стоит, надо было его подвести просто и все, бей. Свою ж, блядь. Так... Так... Бежать, бежать сразу. Ты ж видишь, на кого стрелочка переводит, надо было сразу бежать. Ускользал. Разворот используй. Да блин, ну это... Кому-то вломил. Бамбзон. Мог бы бить, чего ты? Да я случайно так сделал, я не думал, что он подкинет. Не... Да даже если ты остался на земле, мог бы просто подождать, пока она подлетит. Зараза. К себе и нажать на Анну. Ну, видишь, как он делает? То же самое, если случайно что-то нажал, можешь... Ну, а что он отскочил? А, от борта же. Ну. Зараза. Какой замес. Потому что я не ускорился. А если бы ускорился, то он бы остановился. Вот в чем прикол-то. Сборище трупов каких-то. Рано. Ну, когда ты поймешь, сколько там держать рано. Ну да. Как говорится, познаешь истину. О, видишь, как пасуются гады. О, это что за... Толк от... А толк от него. Это получилось, что в воздух я нажал чего-то. Не бери ее, пока она не отстанет. Иначе у тебя жизни уменьшится. Да вот я и валю тут подальше. О. Побежал, побежал, побежал. Подбрасывай, подпрыгивай, делай супер. Можешь и так. Так тоже. Вот, вот, вот так вот и добивай. Понял, как добивать? Да блин, меня тут добили. Смотри, смотри, Рики выебывается. Ха-ха.
Не на, по диагонали, на бортик. Да, по диагонали тебе сложно. Старайся ровно ехать. Нет, я все-таки его задену, падла. Я убежал. Мемори вышел с метлой. Мемори? Да, это мемори. Тараджи выйдет потом на этом самом велосипеде своем. Ух! Ух! Маньяк! Да беги ты! Побежал, 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 побежал. Беги, беги, беги! Да, 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 прям да, да. По фэншую прям взял как. Кстати, ты знаешь, что такое фэншуй? Не фэншуя, я не знаю. Не знаешь? Но изначально это мастерство украшения могил. Да? Да. Я на днях это вспомнил, когда читал в это. Короче, интересный факт. О, идеально. Только программку скачал на Android программку. Интересный факт. И я как раз вспомнил, думаю, да, по фэншую это могилки, могилки. Да блин, зараза. Догнать его. Бич. Догнать, да, блин. И бич. Да блин. О, задел. Зараза. Двоих снял, кстати. Ну да. Это редко бывает, когда двоих сразу. Апперкотом этим, не апперкотом этим, как его. Ааа, как его, блин. Через себя броском. Смотри, ждет, видишь? Ха! По роже дали. Ха, по роже дали. Ха, по роже дали. Еще раз по роже. Это уже, по-моему, меня. Меня, по-моему. Ну а кого ж еще, по-моему, только тебе по роже и дают. Не, удалили-то? Нет, не меня. Ну так правильно, по роже-то тебе надавали. Да иди ты вперед. Халява, халява. Блин. Вот если бы хак сделать, чтобы тут вдвоем можно было в поле. И добавить еще пару этих хоккеистов, сделать реальные. 5 в поле, прикинь, офигенно было. Такой толпой. Но я думаю, эмулятор просто не потянет. С точной эмуляцией. Надо что-нибудь побыстрее. Да. Пожалуй, наилучший ответ в твоем исполнении на твой же вопрос. Тогда надо просто делать порт на что-нибудь. Да японский ты гад! Вот почему на PC такой порт не сделать? Прикинь, 5 рыл в поле, плюс 1 на воротах, и играть вчетвером, да еще и по сети. Просто шикарно было бы. Хотя бы по локалке. Пи-п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 и. Очередной просек. 1-2. Да я говорю по-гейски, как-то в юбках играть. Ну да. Ну, блин, тогда еще не знали этого понятия, особенно в Японии. Нет, ну тогда знали, просто адекватно относились, относятся к этому. Ну да. Так, ну что, последний раз попробовать? Ну, попробуй. Та-тара-тарам, тара-тара. Вот геи собрались. Ну. Видишь, прогресс налицо. То есть уже 1-2.
Уже хорошо. Так, блин. Что-то в атаке не прёт. Когда-нибудь попрёт, что ты переживаешь. Да, действительно. Можешь попробовать супер делать не из бега, просто идешь шайбой. Вот возьми шайбу и води ее, потренируйся водить ее от ботов, чтобы они тебя не смогли сбить. И делай супер, вот просто идешь по прямой, подбрасываешь, подпрыгиваешь и нажимаешь удар. Вот. Нет, бегать определенно. Сволочь! Бегать не получается нормально. А вот пошел. Ну нормально, давай, неплохо. Бей, взял, бей, добить. Да. Ты как опять так-то? Вырубили. Ну ты же сам понимаешь, у них быстро. Сука. Я забываю все время, что боты вечно бьют в этот нижний угол. Да ёп! Хотя ты, в принципе, можешь то же самое бить. Давай Куньо, блин, Лопес. Побежал. Не убежал. Как странно получилось. Нормально. Нормально получилось. Ничего страшного. Рано. А толк? Отбил как-то. А толк? Ну, хотя бы жизни поубавились. Ну да. Ха! Прям по роже. Да заколебали вы. Возьмите шайбу у него. И ты даешь прямо ему. А, вот, да. Наконец-то. Бон нулевой. Хорошо. Да, о, господи. Дал. Догнать, убить. Бей сразу. Ах ты гад! Ну, ах, жалко, это не супер. Вау. Получилось так вот. Ничего там получаться, идешь назад, нажимаешь подбрасывание, потом сразу на Б. Вот тебе и все, получание. Вот ты так и сделал. Шел назад, подбросил, потом сразу на Б, и он с разворота ударил. Ты. Причем ударил шайбой по верху, по воздуху. Ха-ха-ха, бей его. Да он дохлый, зачем ты Бо бьёшь? Иди Ло убей. Я вот. Всех бью. Правильно. Убёг. Блин, он поздно. Бывает. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Блядь. Купил новую гарнитуру, блин, уши болят. После вот сколько с тобой тут? Полтора часа сижу, уже уши болят. С непривычки. Да, привыкать надо. Да она еще тугая, ну, по ширине. Скотина. Ну и где мои там бори? Бори, блин. Вот, видишь, с толпой. У тебя сейчас бегут, правильно? Нет, ты нет? Просто шел. Вот я нет. Вот не могу пока отличить так. Нажми два раза в сторону и отличишь. По спрайтам. Да. Да и по скорости передвижения. Ну по скорости может вот, быть. Вот видишь, ты бежишь, видишь на ноги. Супер надо было делать, ну ладно. Бей его, да пофиг шайбу кто-нибудь подберет, выруби всех. Говорил, выруби. Беги. Молодец,
Вот, бежишь, бежишь. Пользуйся разворотом. Два раза вниз, два раза вверх. Прибей, разворот. Пользуйся. Надо... Ну, сначала, блин, понять, бегу я или не бегу, а мне это пока трудно понять. А уже потом да его делать. Да что там понимать? Да ты достал. Что там понимать? Бегаешь ты или нет? Просто бежишь, вот... Там уж видно же. Во. Ну это я что, бегу, нет? Нет, ты идешь, ты ж... А я вот... Забил, молодец. Вот я бежал или не бежал? Да, бежал, чёрт. Я думаю, я шёл. Добить, добить, добить. Беги, 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 Лола, беги! Беги, 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 разворот вверх. Или... Нет, поздно. Беги, беги. Понятно, поздно. Что подлагивает, ну. Бей, 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 беги, беги, беги. А, ладно, пофиг. Клуб, йо! Клуб, йо! Йо клуб Петроте. Получил. Угу. Да опять херня эта из-под ногтей. О, наконец-то. Молодец, поздравляю. Ну это 10-й. 9. Ничего страшного. Но когда-нибудь ты выучишь эту задержку после прыжка и нажатия на удар. Сколько надо паузу держать, правильно? Но она там определенно есть, эта задержка. Ну конечно. Ну блин, опять опоздал. В принципе, задержка. Тебе просто нужно, чтобы шайба была на определенной высоте. Вот и все. Вот и вся. Вот весь смысл задержки, понимаешь? Ну да, да, да. Да скотина. Почти забил. Алик, не знаю, кто лучше. Вот этот лучше, конечно. Мо-м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 о. Дали забить, да, конечно. У меня вроде там бот где-то, вот он. От борта. Этим Аликом надо делать сблизи, супер. Вообще, вон, из зоны противника. Зараза. И... Блин. Да. Он, гад, пасанул раньше. Сволочь. Я пошел его вырубать, он пас отдал. И пас на Катика. Да гад, развернулся, гад. Вот, видишь, ты уже начинаешь по ним попадать немного. Не пас, а удар. Видишь, выебывается над тобой. Чует тайт. Да блин. Ха-ха-ха.
Мокрое мясо. Опять Яна удалили. Ян Забиян. Блин, ну почему он подхватил, зараза? Бей. Ах ты гад! Говорил бей. О, пошел. Но! 2-3, еще 2 шайбы до победы. Вырубить, вырубить, уничтожить. Да иди ты, о, нормально. Подбрасывай, подпрыгивай, делай супер. Не дадут Блин. Же так забить, нет. О, видишь, какой сильный удар был. Глядишь, попустил бы. Ебать! Ну, типа так. Да. Он подбросил, а ты как раз ударил. А я ударил. Да. Так получилось. Точно. Еще одну шайбу давали, Лепис. Я верю в тебя. 47 секунд до конца. Да разворот иди вниз. Ты. Разворот вниз. Вот ты бежал. Ворот, разворот. Добей, добей. Да бей, 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 бей сразу, бей. Да я бью, бью. Бей, бей, бей. Бить, бить, бить. Да ворота. Ворота. Да я хоть как бы. Да хоть как бы. Нормально. Стрелочку видишь? Да иди ты, дурак. 16 секунд. Я вывожу 6-го полевого. Нет, 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 нет. Нет, пенальти, пенальти, я тебе. Нет, нет. Да, ну ты почти это сделал, да. Действительно. Эпичное окончание. Да, на тоненького они выиграли, конечно. Трусливый свин. Нет, если хочется видеть оригинальный перевод. Секретный пароль. Секретный, секретный. Так, записать. 63-42. Да, да, секретный, да. Секретный. Так вот ворона какая. Да. Я думаю, откуда Кинбейс ее стыбзил? Так он же говорил с хоккея, ну. Ну я что-то просто не припоминал, где она там есть. Не смотрится ворона это с хоккея. Совершенно. Как-то да. Что это был? Свободный стрим, фристрим. О, слышишь? А попробуй вести свайп. Свап 2.1. Слэш свап 2.1. Поменяется так, или нет управление? Сейчас я тебе напишу, если ты забыл. Да, лучше напиши. Вот так вот. Попробуем поменяемся. Поменяемся. Угу. Значит, все еще продолжается веселье. Да, Куба Плеер 1. Отлично! Видишь, как? Сколько мы играли? 1.5 часа, и не было рассинхрона вот сейчас. Да. То есть, что я могу сказать? Может быть, все-таки из-за того, что я играю на кольере жгунишки? Потому что на Рашке толпа народу. Смотри, сам понимаешь, должен был быть рассинхрон, по идее. Ладно. А вот до этого мы делали. Ну ты менял, ты тоже на его кольере играл? Нет, там играли на оригинальный, но там же вводили в самом начале, ну сессии как играли, то есть в начале, а потом уже было рассинхрон. Ну, то есть получается, чем позже ты делаешь там, тем больше вероятность. Да, рассинхрон. А тут видишь, считай 1.5 часа отыграли и нормально все. Короче, надо сказать жгуну, пускай заливает кольер для общего пользования. Будем тестить ее массово. А сейчас мы проведем такой этот маленький садистский матч. Последней команды, что ли? Да. Посмотрим, что тебя ждет в финале. Так, я забыл кнопки. А, вот. А по низу, Б по верху. А по низу. Выбрасывай. Это
повезло. Так, ты что-то... А, это ж супер, это был супер. Вот он чуть-чуть только спускается, и тогда он сработает. Не на самом верхней точке, а немного спускается он. На нисходящий. Да. Это я понял. Но вот исполнить у меня не получилось. Не получается. Потому что подлагивает еще игра сама. Еще и да. Тут просто подстраиваться надо, как хочешь. Ну, то есть, приходится подстраиваться. Ну, специалист сразу же кавык-кавык сюда-сюда. Я, кстати, еще это, перед супер оттормаживай. Если ты не заметил, видел, я останавливаюсь, потом подпрыгиваю, потом делаю супер. Б. Молодец. Выбрасывай когда-нибудь. Да. Повезло. Черт. О, самый мельница, офигенно. Б. Молодец. Может быть сейчас, да. Так это ты, по-моему, по диагонали сделал. Ну, я же говорю, по диагонали сложнее. Там надо подстраиваться под то, как он прыгает, летит шайба и когда надо нажимать. Ни хрена. Можно не бегать, можно вот так вот. Идешь, идешь, хоп! И сделал супер. Можно не бегать. Ну да. Да. Не, ну в принципе точно такой же. Просто идешь, подбрасываешь шайбу, подпрыгиваешь, нажимаешь Б в нужный момент и все. Ну там ботов не было. Правильно. Без скорости-то управлять хоккеистом проще, правильно? Да. Вот, видишь, я могу резко изменить направление. То есть вообще ничего не... Но тут, если уж вырубят, так вырубят. Ах ты гад. Супер. Да. Ну сразу видно, шайба ускоряется и идет четко по линии. Хотел спросить, у тебя вот в детстве же картриджи были с играми? Угу. Да, хоккей на одинарном и баскетбол НКД на двойной. Нифига себе. И кроме этих игр никаких других там не было на картридже? Ня. Во, прикол. Ну, у меня хоккей был хак, вот, подожди, 96-го года. Ну, видно, что хак китайский какой-то. НКД... оригинал и баскетбол оригинал. Ну потом уже через года 3-4 появился футбол. А футбол тоже на одном картридже? Да, одинарный картридж. Я в шоке. Да. Сохранились? Конечно, он лежат в тумбочке. У меня даже Сюбар работает. Только там такая дикая задержка нажатия клавиш. Это просто жуть. Я на днях как-то включал палету. Ну, практически у нас одинаковые проблемы. Там все так медленно. Там медленно, вот я сейчас сегодня поиграл в Чип и Дейла. Ёлки-палки! Европейская, блин. Это ж... Я сначала не понял. Потом смотрю, как-то вообще еще проще стало. Какие-то эти... Боссы такие заторможенные, что я уже делаю то, что я даже и не делал раньше. Я, например, с таким ящиком... Ничего страшного. С супер ящиком я их забивал уже. Хотя я этим не пользовался, вот.
эмуляторе. Ах ты, гаденыш, убежал. Как, видишь как? Немного я знаю философию техноса. Это, кстати, система Эстебана, между прочим. Ну, в хоккее, да, здесь ее приходится использовать. Значит, она рулит, она есть. Ну как, здесь не система Эстебана, здесь просто система правильного отбивания шайб. Потому что есть такие суперы, которые ты просто по-другому не сможешь отбить. Да, ну и, видимо, и в футболе тоже есть такое. Ну там тебе можно, там тебе отбиваешь, понимаешь, просто с любой позиции можно отбить. А чтобы отбить, а потом взять, да, приходится уже по системе Эстебана. Ну да, если отбить, то... то это одна система. Если тебе именно надо поймать, то приходится вот по системе. Ах вы, хаду. Ну, достали. Лови в углу. Не поймал. Хуба тактику свою использует исправно. Да, вот чуть-чуть он опустится, и тогда он сработает. Еще я знаю, есть нижний же супер. В плане нижний. А, какой нижний ты имеешь в виду? Ну, в нижней точке. Да. Разве нету? Ну, да, и нет, ну... То же самое подкидываешь, только уже с другой нижней точки. Пошел вон. Я хочу, чтобы моего очкарика разозлили. Он тогда долго будет ходить бешеным. Ох. Скороход, пошел вон! Да. Так нечестно. 6-4. Ты вообще такой сейчас, открытый сейчас. Был, вообще никто не мешал. Не то, что я, блин, там. Еще и назад дал ему пинчары. Ах ты гад! Подлагивать стало. Но ничего страшного. Эйт! Сейчас очкарик станет. Ты глянь, пасуется как. 3, 2, 1, 0. Так, а вот это Раджи. Да, это Раджи в своем велосипеде. Гусеничный. Баня это Раджи. Тикс. Так, что мы еще не... А, вот, мы этого супера не видели. Потом этот веб-стайм. Джонни Джо. Олик Куньо. Джефф. Джефф нет? Не, зачем? Поставим Джо. И на защиту Мо. Не попал. Ох, как идеально вообще.
Да вот чуть-чуть он пуля. Опустился буквально и... Да. Чуть-чуть. А сейчас вот, по-моему, рано. Да, я знаю. Я себя проверяю. Не попал. Ну, видишь, подлагивать немного, так поэтому тут сложновато делать. А ловить кто будет? Я не знал, когда он полетит, с какого угла, блин. Ну и куда он попёр? Сбил. Да чтоб тебе будет... Достали с этой бешеной задержкой, да блин, 53 FPS. Вот он. Так, чё? Да. Я знаю, что надо вратаря долбить, пока там приземлится, там все остальное. Восемь шесть. Дебильный бильярд. Лови. Вот. Уголек. Пуля. Пуля дура. А вот сейчас надо его добивать, да, вот в этот момент. Просто не добиваться, а отвлекать его. Получается, ты когда его бьешь клюшкой, он стоит как. Он типа, стоит и не двигается. Да, он принимает удар от клюшки, а в это время залетает шайба в ворот. Ах ты чё? Нахал, догнал. Так, и мы играем ведь за русских? Мы играем за японцев. А, нормально. Но меня-то нет. Не будет. Фигня. Главное забить. А вот если нарушение, допустим, сделать, то я появлюсь, интересно? Конечно. С их стороны. Да. Появишься. Гад, убил. Это, по-моему, единственный только шанс. Так, ну я делаю вид, что я тут. Блин, не успел его снять. Ха, надо попробовать отбивать его. И делать супер. Не, в зоне супера, когда у нас можно делать. Этот я не люблю удар. Фигня. Да. Или правда это японцы? Это да, это же японцы. Это же японцы. Просто... Но форма только другая. Почему-то палитра другая. Ну, так и наш вот это от палитры. Ну, форма ж меняется, сила меняется, добавляется, уменьшается, ну, сила. Защита. Да, но когда в компании, то у них другая форма, если против соперника. Лежать. Всем лежать. Ха! Зависли. 10-7. Ну, это был показательный матч. О, кстати, можешь попробовать эту свап 1-2. Не 2-1, а 1-2. Ну, то есть обратно вернуть управление. Зависнет, нет. Все-таки я пока заставку посмотрю. Не каждый ну, раз. Ну ладно, ладно. Не каждый раз чемпионы мира. Мира чемпионы, не чемпионы мира, а мира чемпион. Ну вот видишь, какой неправильный перевод. Хотя они же играли в чемпионате Японии, так что это чемпионы Японии, по идее. Да. Они же между школами играли в теории. Да. Я дала ему в морду. Дать бы в морду тем, кто это перевел. Да. Липеск, там он чувак тебе в карьере пишет в чате. Чё пишет? О, а это Куньо ZX хочет порвать. Сейчас.
Дурак, что ли? Я знаю этого товарища. Какой-то... специфический товарищ. Своими заморочками. Необъяснимыми. Одним только здравым смыслом. Болезненно реагирующий на обычные вещи. Да, спасибо игроку. Классный перевод. Технос. Хоть это не споганили. Конец. Конец. Ну тут, знаешь, сложно испортить слово конец и сердечко. Особенно сердечко, знаешь, как сложно испортить. Хотя, может, там в оригинале еще и слева сердечко было. Я вот думаю тоже, что-то одно сердце, это как-то. Нелогично странно. Для Технос. Все там, синхрон должно быть. Там, по-моему, по три сердца в футболе, в всяком случае. С другой стороны. Это просто конец. Это просто полный конец. Это просто полный абзац. Ну чё, пробуй так, слаб. Сейчас 1-2. Попробуем. Не 2-1, а 1-2. 1-2. Так, где он есть? Ладно, я сейчас по памяти напишу. Ну вон же в чате есть как, это, в Red Call. Только поменяй не 2-1, а 1-2, и все, ну чё тут. Хорошо, когда есть компьютер. Можно копипастить. Ну, нормально. Жмякни старт. О, видишь, все нормально, никакого выкидона. Ха-ха! Теперь ты понимаешь, что можно играть в игры по очереди и даже стримить и меняться управлением? Да, это очень интересно. Передавать управление, например, разные уровни, разные игроки играют. Да. Допустим, неужели все дело скорее? А фиг его знает, может быть. Но почему нет, если это клиент сетевой игры, сам посуди. Сама Теннистопия, она только управляет этими. А ты же пишешь передачу управления непосредственно на сервере, через карьеру. Ну. То есть у нас одинаковая версия эмулятора, одинаковая версия чего? Игры. Ну, ROM. Ну. Фиг его знает, но я думаю, что все дело чисто в карьере. Так что ж, книжка, карьера вроде бы ничего, пока особых вопросов не возникает. Чё, не хочешь ZX Spectrum сыграть? Чего? Ну с этим Куньо. Так я ж написал ему, ну. Я ж написал, порви меня, чё ты. Я ж ему написал, он молчит, но он же написано выше. Ну я видел, что... Ну. Где он там писал? Он хочет порвать Липецк, ля-ля-ля, тополя. Да. Ну. Я ж ему написал, он ничего не ответил. Лучше футбол мне предложил. Да пофиг во что, пускай порвет меня сначала, ё-мо. А потом уже над Липецком издевается. Действительно. Это приходит тут. Типа вундеркинды. Вендерфиты. Так, я дропаю. Ладно. Дроп. И включаю. А у меня даже есть это. В этой жгун добавил кнопочку даже лакстат. Ого! Лакстат. Слушай, дай мне эту кальеру. Ну как тебе сказать, ну. Ну ладно. Ну я думаю, жгун будет не против. Где там жгун? А есть там свап? Свапа нету. А, вот надо бы сделать. Это писать. Падлу. Ну да, согласен, но тогда это к нему надо написать. Что у нас в опциях есть? Вот у меня есть даже опции в карьере.
чувствительность автофайр детекшн. Ну, этот как его. Чувствительность турбо, нажатие турбокнопок можно выставлять. Не прописывать даже можно, а тут выставлять как-то. Короче, вообще такая симпатичная кольера. Тут он понапихивал много чего. Можно даже это. Он говорит, можно даже заходить в созданную игру, не имея ROM. Ну просто тупо сидеть в чате пиздить. Прикол. Но не видеть игру. Ну конечно, у тебя же рома нет, ты просто зашел в чат, кто-нибудь создал, там, Battle Tot, у тебя рома нет, но ты там зашел, ля-ля-ля, тополя. Что еще он сделал? Говорил, что это снял ограничение по пингу на вход на сервера. Ну, допустим, как Рашка 150, она не пускала обычно. Но. Да. А тут хоть, как я понял, 1000 пустит. Нормально, вот это прикольно. Ну, так я тоже говорю, это вообще зашибись. Особенно на каких-нибудь там японских серверах. Преодолевает настройки кольеры этих. Так они видно. Самих серверов. Да, они видно, видишь. Ну как сервера? Они, судя по всему, за это синхронизирован между сервером и кольерой. То есть кольер, допустим, стоит этот пинг выставляется, а сервер выставляет видно ограничение. Но ты в кольере выключаешь это ограничение и все. Может так? Быть. Да, может быть. Короче, просто надо еще эту кольеру тестить. Ну, в принципе, мне понравилось. Ну да, задержка. Еще бы обычно такую хрень сделать, чтобы можно было заходить шестерым. А что, это обычно не пускает разве? Нет, пускает, но там десинх у шестого. Пятером спокойно. Ну, а шестого нет. Угу, понятно. Ну фиг узнать, но он говорил с Гурн, что он в этой кольере, он там баги пофиксил какие-то, которые нашел. Ну не все говорит, но пофиксил. Фиг узнает. Видишь, может быть, и до самой Настопии доберется. О, да, я уже думал, как ты ему предложить, чтобы он ее посмотрел, поковырял исходники, может, соберешь что-нибудь стоящее и без ограничения этого, ну, то есть без суперточной эмуляции, или, допустим, чтобы была, допустим, точная эмуляция, но чтобы ее можно было выключить, чтобы игра шла там у кого комп посильнее, помощнее, чтобы нормально выдавала там, а не так, как вот играешь в этих самураев, и они дико лагают, или контрфорс тоже самое, да банально, хоккей, вот ты сам видел. Оно показывает стабильно 59-61 FPS, но когда больше трех персов на локации, ну то есть в зоне видимости, начинает подлагивать. Просто сама игра, сам эмулятор. Так, если было... Да, юзер что? Пишет, чё так неуважительно, Рашка? Вам подняли сервак, чтобы вы игрались, а вы... В смысле? Тоже я не понял. Так дело-то не в Рашке. Рашку уже давным-давно Жгун на свой сервер пересадил. Алло, народ, проснитесь и пойте. Жгун админу еще, наверное, с полгода назад свою версию сервака подогнал, чтобы было меньше глюков. Что, получается, он на Рашке этот главный? Ну как, он, по-моему, он даже там имеет право админа на сервере Рашки. Не на самом сайте, а на сервере Рашки. Ну я точно не знаю. Или он там имеет один из главных? Ну фиг его знает, но во всяком случае он... Участник процесса. Да, я знаю, что он тогда в начале года, мы у него тоже беседовали с ним, он говорит, он сколько раз уже пытался админу, но этому на сервере Рашки, что говорил, давайте, мол, типа, кольеру свою дам, а тот, мол, типа, молчок и все, мол, типа, не интересует его. А потом как-то по весне, вот когда Рашка начала там дико лагать, виснуть, выкидывать там, ну, короче, вообще проблемы начались реально. Ну и после этого Жгун скинул свою версию сервера кольеры, и все. Вот после этого Рашка работает на его сервере кольеры, как я понял. Если ничего не изменилось, во всяком случае. Во всяком случае, другой раз вот, заметь, что Жгун отдает команды админа на Рашке. То есть он в игру может тебе вмешать еще что-нибудь. То же самое, как у меня, игра моя созданная была в августе месяце, когда я создал, у меня
создана игра Gold 3, висела 3 или 4 дня. Просто тупо не убиралась с сервера. Ну, он как админ взял и убрал. Ввел команду на отмену созданной игры и все. О, я думаю, что-то лаги пошли. У меня топинг 70. Пиздец, что за фигня? Вот юзер пишет, я знаю, там версия модифицированная на вход, чтобы нельзя было спамить входом-выходом, но чья она не помнит. Ну, это я уж точно не знаю, и ничего по данному поводу вам ответить, к сожалению, не могу. А может и знаю, но не помню. То есть, ты говоришь, что там ограничение какое-то стоит, чтобы не входили по 100-500 раз. А тут я думаю, что оно так пускает через раз. Ну, во всяком случае, многочисленных копий на раков там я не видел уже давно. Ну да. Они бывают, возникают, но вот с РВД как? А вот с РВД видел. Два РВД. Да, но с другой стороны, он-то заходит только по одному нику, то есть РВД или РВД 0, РВД 1, согласись. Да, 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 там ник-то другой. То есть ник-то другой получается, но... Короче, надо писать жгуну, пускай сольет еще кого-нибудь. Вот Липецку, допустим, Калеру. Будем дальше тестировать. Особенно с учетом того, что со стримами это вообще по полной нагрузке будет. Ну да, стримы. Отягчающие обстоятельства, конечно. Так, ну что, какие еще мысли-то? Не знаю, кто у нас там есть в Эдколе. А, как обычно, все те же рожи. Обжора-давитель, Молчун Липецк. Ну так а что? Его как не услышишь. Я сейчас доем. Так, ну что, дослушаем последнюю композицию и закроем стрим. Так что, стримы, они будут продолжаться. Не проблема их делать хоть каждый день. Да. Просто хочется более качественное что-то сделать, а не просто так. Лишь бы там чего-то было. А вот и он. Да, кстати, давитель, ты это... у тебя же сейчас... Да, да, у тебя давитель, кстати, сейчас нормальный интернет. Ну, ты вот мог бы... Каждый день, как тут тусуешься, мог бы с Липецком что-нибудь стримить, Сёма. Он стримит, ты с ним играешь. Ну, короче, мы это обсудим, когда он все-таки доест, проживет и придет в себя. У него нормальный интернет. Че, уже нормально? Ну он же допустим. Вы как слуги свалились, народ. Кто-то я смотрю, что он не заикается. Я думал, Red Gold уже починили. О! Блин, да нет, он балуется просто. Не балуюсь. Не балуешься? А чё тебе там это, в живот кто-то дал, что ты заикаешься? Он привык уже так заикаться, поэтому не скоро отпустит уже. Да тут походу все заикаются на этой меня. Витколе там, если лаги идут. По поводу Red Call'а я недавно узнал, что там можно слоты добавлять. Слоты? Да, слоты. Слоты? Да, боты. Не, а чё это такое? То есть, как я понял, чем больше слотов, тем больше стабильность работы. А ты сколько добавил? Сколько-нибудь? Я добавил от себя один. Там требуется только зарегаться под несколькими аккаунтами. Ну ты знаешь, после того, как ты добавлял на днях, на следующий день у нас так дико заикались все. Хотя там, в принципе, заикались не только в этом, на техносволоде, но еще и в гараже. Короче, сам Red Call косячит.
Ну вот, по крайней мере, хотя бы сейчас вроде нормально. Ну, кроме, да. Кроме давителя все нормально. Да он просто жрет. Он делает вид, что заикается, а сам втихаря жрет в очередной раз. Он одновременно жрет и заикается. Как такое возможно вообще? Я не понимаю. Как бы не подавился. Юзер написал «Жгунишка». О, вон «Жгунишка». Жгун Васьки нету. Сука. Теперь давитель еще и угорает. Чё, ты ему плохо, что давитель? Что с тобой? Давитель. Чего? Потому что, когда икаешь, то тебя вспоминают. Видимо, кто-то вспомнил его. Давитель, ай, окей, давитель. Ясно. Я не знаю слова. Так, вспомнил, что кольера жгунишка. Give me to your apartment, leave the bloodstones on the carpet. Yeah. Юзер, а ты сам-то к Рашке имеешь отношение какое-то? Ну, в смысле? Юзер, а ты крашеный? Еще одну тогда поставим. Дайте я почитаю, что там. Что там сейчас стрим. Я покажу. Так у меня ж не запущен стрим. У меня только мегабит, извиняйте, скорость мегабит, поэтому мне приходится выключать видео. Ну блин, тырь трафик у давителя. Немного, значит, имеешь отношение. Ну типа стрима надо, да. Это какое же ты отношение имеешь? Ты кого-то там знаешь, ты чего-то там. Автор. Юзер. Не знаю чего. Да, Юзер, поделись информацией. Да, каким давай. Боком ты приперся, как это приклеился. Интересно же узнать. Кто за процессом? И кто там вообще рулит, кто главный, кто в жопе. Ну так далее. Давитель ссылку скинул на какую-то хрень явно. Потому что страна Рашка должна знать своих героев. Давитель, если это опять на каких-нибудь толстых жирных баб из КВН, я тебя забаню. Жирные бабы рулят. Да, юзер не хочет раскрывать всех секретов. Да. Интересно, а что же он делал-то потом в шалашах этих? А, давитель, как ты думаешь? Открытая. Ну вот я просто не знаю, где чего открыто. Как-то не интересовался даже. Может быть и открытая, но где она открыта? Для меня закрыта. Да на Рашке, наверное. Там же можно посмотреть, кто админ, ну, двигаешься. И все. Может быть. Ладно, это не столь суть важно. Ну да, да. Но было интересно. Но информации никакой. Облом. Да просто хотел узнать, ты имеешь отношение к лагам, которые передает Рашка? Это ты их делаешь? В таком ключе. Я ищу рекламу. Там, если возможно, поменьше бы их сделать. Гудланд. Распутник приколись, создал голову, а потом пишет с нами неинтересно. Я ничего не слышно, что-то у него лагает, пишет юзер. Так. Ну мы вообще-то молчим почти. Ну да. Так что-то я еще хотел. Проходите, блин. Дать ссылку на видео.
следующий раз поболтаем. Ну, окей. Спасибо, юзер, что пришел. Наш преданный пользователь. То есть мы никуда не уходим, мы тут рядом просто собираем все силы. Вот. А? Да, понял. Что-то хотел сказать? Угу. Отлично, спасибо. Так. Да. Так, как кинуть-то ссылку? Куню в сумраке. Да-да-да, я тут. О, еще надо логиниться, логиниться. Логинит. Потому и не логинит. Жгунио. 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 Жгунио жгун, но не пиццу. Куньо и жгун? В галерее, ой, в этом, в чате кто-нибудь может написать сейчас? Не, я не могу свернуть, к сожалению. Реально прикольно, кстати. Ладно. Жгунио. Жгунио. Ну. Не, ну просто распутник. Распутник написал в чате в галерее жгунио, зовет жгуна. Да. Так, ну что, на этом мы закончим эту трансляцию. С вами был Липецк, компания. Спасибо, Хуби. Играли мы в хоккей. От Техноса. Жгунио жгун, но жникецу и так далее.